Здорово, Серега, привет. Спасибо. Блин, дальше это, конечно, подстава. Артур Кролян, всем привет. Так. Стартанули сразу клэшек. Ну, естественно, мы в подземке. Блин, подземка это жопа. Ничего себе, тут герои пошли. И чё, я свиток даже успею взять? Да, успеваю, кстати. Только, наверное, не этим героем. А, так мы сейчас сразу построим вышку. Военные заклы. В кобочках нет. Так, здесь выход, да? Это получается здесь и здесь город. Ну, кстати, охуенно. Так-то охуенно. А, здесь проход есть. Давайте попробуем забрать. Здорово, Сасха. Так. Ну чё. Так, а чё у нас по артефакту? Мана, да? Опа-на! Ничего себе. Ничего себе. Вот так сразу? Так, ну давай пацана готовить что. По сути, только опыт нужен, да? Дабл мана.
Плюс. Давай-ка мы ёбнем ответным плюсом. Чтобы он прочувствовал. Так, и чё? Сюда, что ли? Угу, туда. Так. Пошли город брать. Наверное, этим героем. Сюда надо кого-то будет отправлять. Некромашна у нас слабенькая, да? Наверное, туда родную придется отправлять. В принципе, ГМ нам строить не обязательно. Мы можем и армию уже строить. ГМ мы уже построили, если только портал. Так, этот парень у нас сейчас пока качнется здесь. Сундуки сожрет, эту возьмет. 40 знаний у него уже. 80. 100 маны можем сделать, да? Вот это. Короче, он может куда-то на четвертый день уже врываться с дабл маной. Это будет охуительно. Можно нычки пособирать, усилить стек. Так, сюда отправить просто этот. Этого подврыв сюда, да? Вдруг там тоже. Можно уже ему ДД передавать, на самом деле. Он может с ДД все это собирать. То есть он прыгает сюда, заряжается, возможно, даже успеет разбиться. Да, вот сюда прыгнуть вообще тема, кстати. Всем привет, привет, доброго вечера. Да, сегодня поздно, были дела сегодня небольшие. Кстати, завтра-завтра анонс. Мы играем с душой монаха в турнире от Бонифация. Native Only 2.0. Соответственно, две катки нативчиков 6 часов завтра будут. Так. Заказ музыки F. А ты музыку хотел заказать? Ты мне скинь в личку. Но главное, чтобы там запрещенки не было. В личку, в личным сообщением скинь. Тут бот запрещает кидать ссылки. Я, если что, ссылку на таблицу знаю. А, ссылку на таблицу сейчас я вам скину. У меня она есть, ссылка. Так, Тоси Боси, ты там скидываешь, нет? Знаешь, как скинуть? Наводишь на ник мышкой. А, вот, все, скинул, да? Так, что ты там нам скинул? Get ready for the grave.
Не трактор, уже хорошо. Барбариков ждали. Так, все, закончилась музыка. Спасибо Тоси Боси за заказ. Так, может команду сделать, ссылки на турик? Да, я сделаю, сделаю. Но имеется в виду турик от Бонифация, который Native Only 2.0. Сделаем. Я это что-то не понял. Хеллай два раза плюс написал уже, что ли? Ничего не понял. Ну ладно, написал и написал. Я анимешник? Ага, конечно, анимешник. Не знал, что ли? Тот еще анимешник. Че, денег до хера, да? Так, нам бы до города достать. Картограф разрешен? Разрешен, конечно. Мы же беспредельную катаем. Ой, а тут много гарпий было? Подскажешь, как пропатчить? Чё там пропатчить? Я же не по этим вопросам. Пропатчить. Не успею, да, сундуки сожрать? А ведь хочется... Ух ты, не подводит пацан-то. Катаю ли шахматы? Сейчас практически нет.
Так, сюда нужно некое мясо, наверное, да? Некромясо. На поверхность сейчас будем выходить. Сейчас уже подготовим вот этого челика. Челик сейчас поедет. Поедет, поедет. Вот этот челик поедет. Оп, оп, да, так. Кого-то уволить надо, да, получается. Но этот типа здесь нужен. Нагашик. Нагашика можно уволить. В принципе. Захочешь вспомнить, как играть в шахматы? Партизан. Ну... Понял, спасибо, спасибо. Я не буду сейчас острить или как-то этот отвечать. Спасибо, благодарю. Так, а тут что? А, ну сейчас обзорка откроет, да, если тут дрожа. Здорово, ну здорово, здорово. Если не шутишь, привет. Нам границы нужно узнать. Вот, вот этот челик нам нужен. Сражались здесь, вот, вот понимание нужно. Не узнаем, да? Ну что, будем вторую вышку строить, наверное, да? Это ТП-то тоже нужно. Желательно нужно. Армию сейчас тогда будем возвращать сюда, через этого героя. Армия сюда поедет. Так, пока здесь посидит. Так, у нас же есть это, да? Мы сейчас узнаем, где торжа. Трожа. Опа, здесь трожа. Здесь точно не трожа. Так, а мы куда выходим? Бля, мы куда-то выходим, где нет трожи. Вот здесь трожа, наверху. Наверху трожа и здесь трожа, да? Ну, короче, вот здесь, рядом с нами трожа, кстати. Рядом с нами трожа. Хорошо, ну, возможно, выход есть наверх. Выход наверх. Короче, трыжа наверху. И все. Да, только здесь и в подземке. Так получается. Здесь еще. Ну, в подземку будем прыгать сюда тогда, получается. Так. Так получается. Угу. Давай еще карпи здесь поставим. Карпи сразу армию повезем, наверное.
Кот пришел. Здорово, кот. Здорово, кот. Здоровый кот. Пришел к нам здоровый кот. Да? Че, сразу будем врываться, да? 120 маны, 6 прыжков. Блин, разбивки здесь нету. На разбивке нету, плохо. Ну типа можно только ДД использовать. Ну, здесь кривенько будет, конечно. Не хочется тратить этот ДД прямо сейчас. В никуда. Ну, типа 5 прыжков тогда останется. Ладно, не будем торопиться. Ладно, в принципе, потери пойдут. Потери пойдут. Так. Никуда. Я сейчас... Ладно, как-то разберемся. Ладно, давай здесь тогда, да? Так, а здесь у нас Сефа сидит же, да? У нас Сефа. Не успею я. 36 маны, но это вообще ни о чем, конечно. Не успею, не успею. Этого уволим. Этого выведем. Так. Так, есть чуйка, что город здесь, слева. Ну, ладно, сейчас проверим. Свитков нет больше? А, есть, есть. Есть свитки. Но я не знаю, я их возьму. Некромеса надо вести.
Бля, что тут прохода нету? Угу, заебись, хули. Как же кайфово. Ну ладно. Ничего не поделать. Так, ты тогда деньги собирай. Денег мало стало. Так, а ты? Город ищем, да, охуенно. Да чувствую, он не тут. Неужели здесь город? Не туда пошли. Хорошо. Так, не угадали. Не угадали. Так, здесь ресы, да? Ресы нужны. Так, ну это тогда пусть ждет. Тоже пусть с вами лишними не будут. Так, кого-то надо будет направить. Мейна тогда на передачу, да? Давай вот это поставим. Так, это тогда сейчас будет ману собирать. Так, сюда. Ну что, поехали. Поехали. Даже драки никакой нет. Ой, блядь. Сука. Сука, книжка воздуха. Нормально. Жалко, тюрьма не берется. Ну, хорошо, прыгнули, кстати. Тогда срочно нужно этот... Поделить. Нужно поделить тогда. Еще кому-то сейчас отдать. Так, так, ты пошел нахер отсюда. Срочно покупаем героя. Держи свиток ДД. Так. Так, да. Вот этот, по идее... 6 знания. Здесь купим, здесь купим. 8 знания, да? 3 ДД будет. 3 ДД, это хорошо. 3 ДД. 3 ДД пойдет. С флаем тюрьма не откроется. Так, а он точно успеет? Есть чуйка, что могут быть проблемы. Так, может этого уже нахуй? Нахуй, купим здесь нового, ускорим пацана. Верную забрать. Так, ну ему нужно будет пару скелетиков дать, да, чтобы развиться здесь. Да. Так, ну что там у нас у Хэлла непонятно пока что. Clash — это анархия, да, это... вся фишка Clash'а в том, что это игра без правил. Игра без правил, и она именно... хороша тем, что тут прям такие, можно сказать, отдыхаешь. Такая своего рода отдушина от всех этих правил. То есть беспредельничаешь как можешь. Я знаю, что у Хэлла, но тебе не скажу. Вафан, здорово. Ну правильно. Ты же не хочешь, чтобы тебя наказали. Поэтому и не скажешь.
Ты же хороший мальчик. Вафан же у нас хороший. Хуйню иногда морозит, но в целом... В целом хороший. Так. Вчера довольно равная борьба была в финалке. Ну, на самом деле, финалка была предопределена. Но на самом деле, Маугли нас вчера удивил. То, что он собрал прям мощный стак драконов и навязал борьбу. Потому что чуть-чуть влево, чуть вправо, там плюс по статам бы он сравнялся, так-то нормально. А у нас еще минус мораль была, да? То есть мы, по идее, мораль могли этот улучшить. Спасибо всем. Спасибо всем, это ты про что? Можно ли так сделать, не пробив охрану? Можно, конечно. Не пробив охрану, это просто... Это про этот шаблон именно. На этом шаблоне никто в охрану не бьет. Нет, ее бьют только для того, чтобы героя прокачать. Или приджойнить армию, нападают. Как мы с направлением не угадали? О, например, вот эту коробку можно взять. 50-99 шарпшутеров. Хотите ли вы эту коробку взять? Вот я хочу взять эту коробку. 50-99 шарпшутеров. Оу. Как же мы хотим эту коробку взять. Так, четвертый ход уже, на самом деле. Тут четвертый ход, это уже может быть какое-то мошнение, да? Так, рядом с нами Хэла вроде нету, потому что здесь грязь, здесь тоже грязь какая-то. Так, утопка есть. Так, сейчас еще левел качнем, кстати, нашему парню. Нашему парню сейчас мы качнем левел. Ну, по идее, мы вот это все должны продвигать. Берем только логистику. У нас 4 ДД осталось. 4 прыжка. И этому парню мы сейчас, нашему магу, который Теодор Волшебник, дадим свиток контроля. Тоха, 3 икса. Спасибо большое за подписку. Так, ну вот этот свиток еще хотим забрать. Здесь тоже может быть контроль, в принципе. За 5-9 штормов, изи контроль. Там таун-портал какой-нибудь зайдет. Ну, кстати, если таун-портал, блин, его бы, конечно, желательно и разбить сразу. Ну, либо сразу затпшиться и разбить, да? Вот эта тема будет, конечно. Да. Попробуем сразу так сделать. ТП вообще идеально бы зашло. Ну, чтобы стражи можно было свинтить. Ну что, Дамакошу будем качать, да? Можно, конечно, этого. Но Дамакон тоже неплох. Может... И воздух получить, и все что угодно. 15к опыта нам идеально бы зашло сейчас за шарпами. А на клыше калькулятор Пандорок, да хер его знает. Я даже не пытался на клыше его применять. На клыше, по сути, этого не нужно. Ну, за редким исключением. Так, смотрим по ситуации у Антона. У него 4-й город, да, ну нормально. На 4-й день 4-й город, это вообще изи. Так, давайте сначала с коробки начнем. 15 денег, да? Блин, ну не то, конечно. Но пойдет, ладно. Ладно, хуй с ним пойдет. Блин, и тут не город. Да что ж такое-то?
Город там получается. Охренеть, мы за городом зашли. Проверяй, да? Так, значит, вот это у нас довозит. Теодорус. Теодорус подходит и забирает чуть скелетов. 3 штуки, я думаю, хватит. Так, серку успеваем забрать. Енова. Так, ну погнали, погнали, попробуем сейчас мы. Тормов отмудохать. Нет, это не контроль, к сожалению. Воздух — это отлично. Воздух — это супер. Так, надо, значит, ускорять будет Енову. Так, Теодорус. Да куда там? Так, здесь ГМ, да, будем. Рынок пригодится. 36 маны, слишком мало, да? Так, давай здесь. И не то, не то дали. Ничего. Так, вот здесь где-то война идет. А где войны нету? Что за жесть тут? Ой, как-то все плохо. Блин, а гномов я не могу убить. Да ладно. Алло. Ну сюда тогда. О. Камон. Первый пошел. Чайничек, здорово, чайничек хотим, мы хотим. Вот портал, кстати, вот портал, да. Наверное, это тоже заберем. А убьет ли один троих? Как-то можно купить лазурного у этого кристаллического. Блин, один может с тремя не справиться, да? Магию мы не хотим тратить. Ну, с чайником, со щитком. Мне кажется, троих может не осилить. Я сейчас в калькуляторе, кстати, посчитаю. Я и нет портала. Сера нужна. Сера нужна, а ее нет, да? Ну, типа там поискать. Там горшочек поменять, может. Деревья еще возьмем. Город возьмем, там может будет. Так, а тут есть сера где-нибудь? Блин, что, реально с серой проблемы? Да, реально, на ровном месте проблемы. Так, сейчас calculation сделаем. Значит, у нас будут какие параметры? У нас будут параметры 6 атака и защита 13, да, 6-13. Значит, давайте посчитаем. У нас будет один лазурный дракон.
Так, атака 6. Защита 13. Против 3 кристальных. Значит, как будет работать эта тема? Значит, мы бьем кристального 135 примерно. Он в ответку. В ответку они нам дают сдачи 76-95. Ну, короче, за два удара мы снимаем 270. А в ответ получаем в среднем 170. Нужно посчитать, сколько мы дамага внесем до убийства одного дракона. Нам нужно 4 раза ударить одним. Нет, 5 раз. 5, да? Короче, 5-6 раз нужно ударить. 5-6 раз нужно ударить, чтобы пробить дракона. 5-6 раз. А в ответ они нанесут. Не, мне кажется, этот. На них работает. Не, не пробью. Не пробью я их. Слишком жесткие. Блин, и у меня одно ДД останется после того, как я отсюда выпрыгну. Это очень херово на самом деле. А, ну либо флай мне использовать. Флай, кстати, можно. Давай-ка флай. Красиво. Как это все красиво тут. Прохло. А ты думал, что я плюсовал? О, хорош, данж, кстати. Данж это вообще эта тема. Блин, Валеска, ну какая ты... Какая нахрен Валеска? Блин, а чё, я-то одним драконом их не убью? Мана закончилась. Значит, нужно либо мне разбиваться. Стул удобный. А если честно, лучше бери такой, как у Стингера. Ну, если ты про стул серьезно спрашиваешь, я тебе вот отвечаю... Блин, а вот сюда надо было прыгать, да?
Так, а вот здесь у нас этот. Еще один. А, блин, я тут был, что ли, уже? Я уже забыл, что я здесь был. Ладно, тогда разбивка. И мне серка нужна, да? Ну, здесь, получается, будем таверну сначала строить. Так, ну тогда, наверное, рынок, да, и этот. И будем искать серу, менять там и прочее. Так, кого-то уволить надо, это точно будет не Валеска. Возможно, мы сейчас на гринах разобьемся, чтобы ману пополнить. Да. Возможно, удвоить. Экспы не хватает сильно. Топа тут даже есть, да? На самом деле не шибко-то темпово пока что выглядит. Единственный шанс на этот портал, что он ведет в наземку, да? Так, у нас 1.1.6 стоит, да, он сейчас будет ходить два раза. Вот здесь, кстати, сера есть. Ну и здесь я бы побегал, на самом деле, посмотрел еще. Но для этого нужно кого-то уволить. Так, скорее всего, это будет вот этот герой. Так, давай жабика купим. Так, драконы нам явно не нужны. Так, стеры тут нет, говорят, да? Хорошо. Все есть. Горшки есть, да? Давай горшки пособираем. Так, Димон пришел. Димон Метеор. Так, ну если ТП вдруг найдем, если вдруг найдем ТП, я бы, наверное, куда-нибудь сюда бы ворвался, на самом деле. Так, что будем менять, нет? Блядь, дорого, пипец, конечно. Что делать? Ну, ТП, хорошо. Хорошо, только у нас земля, да? Надо бы качнуться. Надо бы качнуться. Так, а точно этот... Мы не убьем чародеев. Может, убьем чародеев? Одним драконом у нас параметры, в принципе, крутые. Прокачаемся. Сыкотно, конечно, но думаю, справимся. То есть через вейт сколько дракона у нас будет? 24-10. Срочно нужен еще один калькулейшн. 24 атака, 10 защита у нас. Так, защита 10. Угу. Так, против чародеев. Допустим, сколько их там будет в пачке. Ну, допустим, 17, да? Я убиваю 10 чародеев. А сколько чародеи, допустим, 50 чародеев, сколько по мне бахнут? 50 чародеев. 168. 168 по мне бахнет. А, ну если их, допустим, там под сотню, да? Так, что там у Хэлла? У Хэлла до сих пор нету дракончика. Смотря что кастовать будут, да похеру. Ну, типа благо, наверное, самое страшное. Или этот Bloodlust. Слоу на дракона не действует.
Раст вообще пофигу. Я думаю, я их могу убить. В крайнем случае, даже если я не убью, я разобьюсь. Ну, потому что без маны в ТРЖ делать, ну, просто нехер. Благо на чародеев, да, он же повышает дамаг. Ты не знал, что ли? Даже благо повышает дамаг. Вот такие дела. На самом деле можно прыгнуть сюда, за этой коробкой. У нас еще будет 2 ДД. На Теодорусе, да? На один, ну смотри. А, ну, самое страшное, наверное, это Bloodlust. Это повышение атаки, то есть повышение дамага. 17 чародеев. 17 чародеев повышают дамаг на 1. Но их 17, соответственно, дэмэдж вырастает. Дэмэдж вырастает на 17. Ты думаешь, они как-то будут мощно бить, что ли? Нет. Вот это количество, оно решает, потому что это 17 на всех. Если их там 100 штук, это дэмэдж у них в среднем увеличится на 100. На самом деле это охуенно в рамках, ну, именно в количестве, да? То есть благо они кинули, если их 100 штук, то есть плюс 100 дамага, это на самом деле много. Против одного-то дракона. Еду или на СНГ? Ну, скорее всего, еду, да. А в Магадан? А в Магадане-то там что? СНГ есть инфа, что в Екатеринбурге будет. Не в Магадане. Или может Вафан в Магадане живет и приглашает к себе? Вафан, ты не из-за этого спрашиваешь случайно? Ты не из Магадана? Это ж классика песен. Да, я знаю классику песни, но... Чувствуется твой неподдельный интерес. Поэтому вопрос возникает соответствующий. Так, ну Валеску, конечно, такую убогую дали, да? Ладно, тут кучу артов на этот навалили нормально. Живу совсем рядышком, 30 минут до Комсомольской. 30 минут до Комсомольской. Угу. Тоже в Пушкино, что ли? Да, на Валеску можно армейку скидывать, но вот вопрос тут в разбивке. На самом деле я бы подкачался, просто не хочется как инвалидам выпрыгивать из этого... Вао, вао. Вао. Это как этот в песне Сектор Газа Ваи, да, только тут вао. Сюда мы сейчас этот дракончик, да, на разведку. Сюда на разведка тоже нужна. Блин, утопы здесь еще. Неудобно. Блин, тут еще дракона хранят. Ой, драконы эти. Горгоны, да, грейджные утопку. Стремно на одном драконе лезть, даже на таких стаках. Да на самом деле, как бы стремно. Пофигу на дракона, даже если просрем. Я тогда разобьюсь. Ну да, жалко будет дракончика, но это не смертельно. Вот.
Поэтому сейчас другой будет. Вот дракончик, здесь дракончик. Мы сейчас дракончиков популяцию восстановим. Тут главное не ссать. Тут вопрос кача. Тут очень нужен кач. Поэтому нам хочется вот это пробить. Там их немного. Только 70. 70 нам много не продамажит. То есть мы через вейт просто уносим 20 штучек. То есть там полтос остается. То есть 70 нам сколько пробьют? Ну, судя по калькулятору, ну, они где-то нам пробьют 150. Вот, потом прямая будет, да? Прямая еще где-то 200. 350. Да нормально мы там будем пробивать, кстати. Да, плюс они еще будут немножко кекать. Так что вообще нормально. Кстати, свиток. Тюрьма? Ой, хорошо. Давайте все это стырим. Нет, можно? Нельзя. Вроде можно же. О, хорошо. Как хорошо пошло. Воздух. Воздух. Ой-ой-ой, что за грязь-то? Что за грязь пошла? Весь первый тоже пойдет. Вот это четко. Так, кого-то нужно срочно сделать этим слабым звеном и уволить. Лабетка. Охереть. Ну здесь тогда на лазурике разбиваемся. Жесть какая-то. Чё за жесть, а? Так, здесь, значит, срочно ГМчик. Слушай, а мы успеем меч вот этот ему дать, да, наверное? Так, куда где мне его выкупать? Здесь, наверное же, да, я его и выкуплю. 250 маны, вообще нормально. 250 маны, да? Воздух базовый, правда? Ну ладно, здесь коробку сразу заберем. Хорошо. Выкупил бы в мейне, в мейн сейчас поедет Айнаин. А, таун-портал, вот я чайник, да? Фу, блин. Да, в мэне надо было выкупать, согласен. Забыл про таун-портал совершенно. Так, а вот здесь есть? Здесь, по-моему, нет. Не стырить, да? Стойка. Точно не стырить? Блин, точно не стырить. Да и тут не стырить, кстати. Так, Валеска, постой пока. Ну давайте, этот... Просирать дракона, да? Да, говорят, не бьете. Не бьете? А сколько их тут? 5... Блин, 100 штук почти. Ну, можно стрелками, кстати, покидать в них. 435. Нормально, кстати.
Ой, блин, а кожа, кстати, вообще злая тема, да? 42. 42. Блин, 19 здесь, да, нахуярит. 19. 400. Двести девять. Нормально, пробиваем. Ну, за счет молнии, да. За счет молнии. Блин, а вот этих боюсь уже не. Сколько их тут? 3. Ну, кстати, пробьем, наверное, да? Пробьем же? Или не пробьем? Это типа здесь еще одна тража такая. Давай проверим, пробьем или не пробьем. Изи. Блин, а вот я... Красные драконы долетают до конца, да? Смогу ли я на красных драконах разбиться в подземке? По-моему, не смогу. Бля, хамуха. Не успею, да? Что, дракона проебывать, что ли? Я даже не знаю, где тут. Ближайшее что-то вот здесь такое. Со стрелками? Я вот со стрелками и хотел. За счет статов, конечно. У него, во-первых, 1000 хп. Это с этим надо считаться определенно. Определенно с этим нужно считаться. Так, давай-ка мы сюда приедем. Здесь постоим. Можно на самом деле вот прям сразу сюда вставать. Ну или туда куда-то бежать. Хочется и разбить... А, ну у меня же даблмана будет, да? Чё я, собственно, я разобьюсь и даблману сделаю. Тогда нужно, чтобы чисто здесь было, да? Да, забыл про даблману, кстати. Так. О. Так, здесь можно стырить, да? Вот, на гринах можно разбиться. Валеска добежит сейчас. Валеска добегает. Валеска, да, изи добегает. Здесь тюрьма, кстати, какая-то. Вот, на них норм разбиться. Прям вот так, раз. Вот. Так, этот здесь остается, да? Так, это у нас кто вообще? Это 2DD, да, у нас? Это у нас 2DD. Так, а вот этот парень у нас без контроля. Без контроля, да? Это надо будет Лабетту разбивать. Лабетту разбивать туда, да? Пару прыжков и разбиваем. То есть он забирает вот это, да? Так, а тут драконов. Раз. Возможно, вот здесь дракончик. Еще один. Там же не артефакт. Да, там ка...
В мейн, да понятно, в мейн сначала нужно этот ману сделать. Обязательно нужно в мейн всех разбить. Я думаю, в мейне даже можно строить этот. Вот эту штуку, а потом артефактницу, я думаю, бахнем. Плюс у меня еще один город с дабло есть. Посмотрим, сейчас я отойду на минуточку. Так. Передам ход и отхожу. Так, сейчас вернусь. Так, все проспал, как обстановка. Обстановка пойдет. Так, там нет лазуриков, значит, он не в ТРЖ.
Блин, а мы сейчас, кстати, можем вычислить, да, где он? Нужно просто эту девку в мейн разбить. Так, на ком можно ее разбить? На лазурных? На лазурных и все, больше не на ком. Только на лазурных. Ну попробуем шарик стырить. Ну или хотя бы что-то стырить, да? Какую-то разведку сделать. По идее, тража это большая. Возможно, сейчас на 1-2-1 у Хеллайта появятся драконы. Так, а мы же смотрели, тража вот здесь, да, была? Вот здесь. Так что здесь в теории может быть выход. Подземки. Ну, то есть, подземной тражи в наземную тражу. Угу. Так, а здесь у нас 2DD, да? 2DD. 2DD. Но лучше брать вот эту вот топу, что-то в этой можно и подслить драконов. На охране. Так, а сколько здесь бежать? 2000, да? 2000, а если сделать сюда? Сюда? Вообще можно ману удвоить. Ману удвоить. Так, а этот у нас уже эксперт-дипломат, да? Эксперт-дипломат, хорошо. А его здесь надо разбивать. А, ну или, кстати, вот этим можно. Вот этим можно разбить его в данж. С данжа туда поехать. По утопкам набрать статов, набрать денег. Но для этого нужен второй дракон. Ну не второй, в принципе, два дракона нужно. Нужно два дракона, а у меня их всего один. Как быть? Или Айнаином по фасту забрать. Раз, два. Айнаина выкупаю здесь. ТП-шусь, забираю дракона. Забираю дракона. Первый прыжок, второй, третий. Четвертый. Если здесь есть проход к этой коробке, да, можно забрать. Ну, кстати, Валеска может забрать дракона. Right. Ваня М2, спасибо за 12 месяцев. Спасибо огромное. Так. Просто флаем, да? Флай. Флай и все. Флай и все, да? Ну это, кстати, под финалку хороший боец с Офенсом. С Офенсиком неплохой герой. Так, ну все, Антоха почти доходил. Сейчас посмотрим, появится у него лазурная или нет. Так-то у него городов одинаково. В тражу он в ту тоже не выходил. Посмотрим. Протрежевые зоны, точнее, где утопы. Я вообще хочу сейчас Айнаином пропрыгать. Айнаином пропрыгать, а вот этим пойти попробовать уже подипломатить.
То есть Айнаин двух драконов сюда хочет привести, успеть. Не знаю, успеет или нет. Может не успеть. То есть ему разбивка, здесь ТП. То есть у Айнаина вот здесь 1700 останется. 700. Он прыгает сюда. Бля, я боюсь, не успею. Два прыжка всего. Если вот здесь есть клетка. Я вот не помню, была тут клетка, нет? Если вот здесь есть клетка, то в теории можно попробовать вот это стырить. Он вообще разбился героем, который был на ангеле. Хорошо. Так, таймер у нас 15 минут всего. Тут еще свиток контроля может быть. Так вот я его, наверное, не разобью, да? Хотя почему не разобью? Если контроль, им же можно воспользоваться. Так, а здесь Инферно город, да, походу? Так, Антон, отдай ход уже, а? Чё там мутишь? Чё-то мутит там Антон. Ну и смотрим. У него до сих пор нету лазурных. О, что-то там он. Минное поле. Так, таверна. Вот таверна, кстати, штука очень хорошая. Скорость плюс 2. Устырить можно, да? Обход будет. Так, ладно, с драконом Валеска здесь стоит. Этот разбивается, челик. Так, у нас никого же нету, да? Опа, он портал, здорово. Здорово, таун портал. Блять! Ой, я накосячил. Как же я накосячил? Бля, какого героя разбил, да? Я же только посмотреть хотел. С
со свитком ДД, прикиньте, Антон его выкопает. Вот он там охуеет. Да. Ладно. Хорошо. Блин, а здесь нет прыжка, да что у вас? Нет прыжка, да? Мне нужно этого дракона как-то вернуть. А как я его верну? Ну типа чуть пролететь, я думаю, я не успею. Блин, что надо такую лабету просрать, а? Так. Так, нужен дракон. Одного не хватит на утопы. По идее. Хотя со статами может и хватит. Да, реально, со статами может хватить. Статы плюс магия. Так, что делать будем? Этот врываться будет или этот? Ну тогда надо здесь залить его. Залить эту Аньку. И пробить вот это все. Видим. Так, давай. Драгонейт, да? Давай, драгонейт. Так, а если я ДД использую, мне не хватит на это, да? Поехали. Поехали, чуть утопнем. Так, 600 тысяч будет. Блин, этот мешает, я думаю. Должно быть вроде больше. А, это немножко. 200, другой разговор. Так, у нас, в принципе, да, Counter-Strike есть. Хорошая магия. Так, здесь прокачать воздух нам нужно. Дипла, блин, дипла нужна. Так, одним лазуриком утоп уберем. Какую? Маленькую, ладно, маленькая берется, по-моему, на квике. Так, так. Угу. Ну, кстати, можно отсюда хэлла напрягать. О-о-о-о, бедный Антон. Он даже не знает, где трыжа. Не, может и знает. Вот здесь трыжа, да? Ну, кстати, вот этот город его накрывать надо. Накрывать этот город. И все. А, еще вот здесь трыжа, что ли? Не понял. Не понял. Так, а тут город у нас далеко. Не, на самом деле вот это надо еще забирать. Отсюда мы вот это накроем. Сколько я ДД сделал? Раз, два. Так, могу ли я
Ну, вряд ли это утопло. Так, значит, давай судим. Угу. Угу. Так, вот до этого надо как-то добежать. Никак не добегаем, да? Так, увольняем тогда. Пробуем сейчас найти того. О, хорош. Так, вот здесь вот мы армию возьмем, которая потом дальше город заберет, да? Так, ну вот так вроде, да? Блин, а я добегал бы до города, наверное. Но это не точно. Так, давай эту сюда. Я не могу, да, никак тут больше прокачаться. ДД стоит, блин, плохо. ТП дорогой такой. Так, ну я тогда, получается, на это увожу. Этим бамбук курить буду, да? Так что ли? Этим бамбук мы курим. Так, этого еще нужно затпшить. Получается, здесь разбить его. Угу. Так, в Тартарос, да? Тартарос. Мы едем в Тартарос. Так, покопать. На уж. Копай, не копай. Тартарос, Тартарос. Так, и, наверное, будем сейчас воевать с драконами за экспу. Победим же мы. Ну, хотя резурект мы не можем использовать. У нас чина есть, да? Да я понял, что лабетку. Я понял. У нас есть чина. Блин, тут без чайны, мне кажется, нормально было. Так, а вот этих мы победим, интересно. Блин, если там черные драконы под 40. 9 ЧД, да? Блин, здесь могут наказать. Ну, тебе до хрена будет.
Так, это у нас был наш первый прыжок. У нас еще два прыжка есть. У нас есть два прыжка. А, 29 всего. Нет, 29 мы их убиваем точно. 29 точно убиваем. Блин, не хочется магию так тратить. Надо, походу, разок нужно. Блин, можно было, наверное, не тратить. А фенс дают. А фенс, не, воздух не экспертный. Хотя фенс, блин, наверное. Лога. Так, у нас еще один есть прыжок. 22 черных дракона. 22 черных дракона. Это 6000 хп, да? Ну, кстати, мы можем вот это мясо взять, да? Блин, 22 черных, это пожестче, мне кажется, еще. Да мясо на один удар. Не-не-не, наверное, нет. А здесь есть, интересно, этот? Вей победит, думаешь? 23-23, хочешь сказать, Вей победит? Бля, если не победит. А что, бля, если нет? Угу. А, призыв, точно, два призыва по 50 штук. Точно, я про призыв-то забыл. Призыв изи же. Максималка, блин. Ну что, максималку возьмем? Сколько мы сейчас драконов убили? Двадцать два. Максималка это, по идее, ерунда. Но тоже призыв надо делать. Охренели, что ли? Блять, я думал, эти ходят. Такое. Блять, еще и прожик не получилось. Так, стоп.
500 хп осталось, подожди-ка, 500 хп, подожди. Так, тут что-то мы... Это меня сейчас четвером могут отпинать вообще. Да, тут походу сейчас можем отъехать. Это будет хуёво. Так, 1-2 убиваем, 1-2. Нет, этого, скорее всего, мы одного убиваем. 300. Так, от этих я могу улететь? Могу, и от этих могу улететь. Короче, нужно бить черных сейчас драконов по-любому. А, ну или вот этих просто убить. Не, черных, черных. Так, хорошо. Так, здесь, наверное, можно черного убивать, этот пока здесь курит. Либо завейтиться пока. Сколько по мне черный сносят черные драконы? Черные драконы 44 наносят, ерунда. Так, надо вот этих убивать. Так. Волшебство или огонь, да? О, крылья плюс КЗ. Неплохо. Блин, вот здесь может быть этот опыт. Здесь может быть опыт, да? Опыт, опыт. Сколько драконов мы убивали? 20 с чем-то. Да, может быть опыт, поэтому, наверное, оставим на Теодоруса, если опыт. Будет очень хорошо. Так, надо будет отдать ему армию. Когда я буду в Валеске забирать дракона, надо будет тут почекать джойны. Так, Теодорус почти этот, да? Рынок артов, кстати, можно реально построить. Так, это увольняем, увольняем. Так, это у нас... Эксперт. Может ворваться, если разбить ее, да? Так, и во-первых, нам нужен герой, который побежит сюда. Так, увольняем тогда вот эту. Здесь смотрим, что есть. Ничего нету. Так, Джилар. Джилар нам подойдет. Блин, а тут какая-то хрень, да, уже стоит. Короче, джойны надо намутить. Блин, ну как мы здесь разбились, конечно, как эти нубасы последние на разведку прыгали. Да, у Лазурного мало оставалось, там на тоненького взяли.
137 маны, да? Но, кстати, уже к этому, к двум драконам могут уже какие-нибудь небольшие кучки драконов джойниться. Такими статами могут легко. Интересно, он заберет этот город или не заберет? Не заберет, мы тут все оккультурим. И главное, мы вот эту можем разбить. И она у него город заберет. Который здесь вроде как должна успевать, если он сюда сам не придет. А, стой, разбивка. Насчет разбивки-то. 750. Угу. Либо мы вы оставить, либо один ДД, да? Кстати, здесь, если прыгнуть сюда, можно просто сожрать все тут, да, вокруг. Коробку, шар. И коробку, и шар, да. Может, зря Афен взяли. Быстрее бы докачался. Их мало, чего они охраняют. Так, у кого у нас воздух экспертный просмотр у нее, да? Не просрать бы ее сейчас. Так, ну Антоха что-то там совсем не темпует. Неужели все так у него в говне?
Так, что-то там давно у него ползунок этот не двигается. Что-то там мошнит. Разбивается мошнит, да? Мошнарь на Антоне там. Так, а интересно, здесь эти... Здесь, наверное, нельзя стырить, да? Они прям на этой клетке сидят. М200 покажешь сегодня? Сомневаюсь, что М200 сегодня будет. Блин, что-то он там недоброе делает. По идее, драконы должны появиться, наверное, да? Хотя он от рыжи далековат. Рыжа у него, он вот здесь вот где-то, да? Где-то здесь он. И он вот здесь, по-моему, еще. Здрасте, ну здорово. Так, нам нужна армия здесь пробиться. Нам нужна армия здесь пробиться. И разбить еще это нужно. Семьсот пятьдесят. 4 ДД плюс 200 МП, да?
Такс. Ну, походу, он этот город не берет. Если не берет, это отлично. Это плацдарм для вторжения. Так, Валеска. Чекнет и сюда, да, поедет. Кто дракона охраняет, хочется посмотреть. По идее, тут должно быть что-то типа вряд ли. Коробка, там артефакт какой-то, наверное. Так, здесь можно стырить коробку, да? Отлично. Блин, она, кстати, бы стырила. То есть... Раз ДД, да? И 2 ДД еще будет. 2, 3 ДД. Слушай, так я тут могу 3 дракона замутить. Тремя драконами тут уже джойны должны нарисоваться. Не, сначала этого дракона, наверное, отдам. Сложно. Как все сложно. Еще в нулину таймер льет, конечно. Городов не... За красным же еще. Да тут дело в том, что успеть бы все это. Тут, здесь я трачу 282, здесь 300. То есть у меня после прыжка просто 1200 останется. Главное, чтобы он нашу эту не выкопал. 30-ю лабетту. Это был бы полный провал. То есть она с 4 ДД, с готовым свитком ДД. Прикиньте, да, если он Хел реально ее выкопает. Полный пиздец будет. У нее еще монопула хватает. Там на полноценных, по-моему, 8 прыжков, что ли. Ну не 8, на 6 точно хватает. Так, в бой ввязался. Ввязался Антон в бой. По таймеру вижу. Бой, судя по всему, такой нелегкий. Я не знаю, что он такой два раза плюсанул, что у него так все жопно. Минута осталась. Минута осталась. Городов не прибавляется. Может, драконы, может, он там эти тюрьмы чистит. Так, вот я не помню. Картографов, по-моему, в этой зоне не должно быть. А, в третьей. Ну, вернее, во второй зоне, да? Не респовой. А картографы начинаются вот с этой зоны и вот с этой. Ну, то есть... Где утопы, там могут быть. Здесь, по-моему, не могут быть картографы. Но это не точно. Да, не взял город, отлично. Ну давай, показывай, что там у него появилось. Драконы, кстати, появились, да, значит, в трэже крутил. Еще и армии больше. Так, ну сейчас посмотрим, где он, в какой... А, он наверх пошел, да, в эту трэжу. Да, что, рядом с ним трэжа, что ли, я не понял. Получается, трэжа рядом с ним, с этим городом.
Во как оно. Во как оно. Типа наверху, а я думал наверху. А, ну да, все правильно. Это тогда хуевая торжа тогда. Маленькая, по идее. Так. Которого, да? Правильно? Спасибо огромное за 5 подарочных. Блин, то что у него больше, чем 2 дракона. Плохо. Так, тут отстрел. Отстрел произошел в чате. Ютунуба отстрелили. Так. Блин, а тут анимечку просто охраняют, да? Ну чё, опыт? Нихера себе, я чё-то не думал, что этот лезет сюда. Ну ладно. Так, ну здесь вроде не воруется никак. Так, Валеска. Блин, Валеска вообще. Блин, а Валеска, по идее, может вот это стырить. Дракон. Теперь тоже в драку все. Да вы охуели. Охуевшие драконы. Так, а сколько я могу? А, не, экспертная земля, окей. Могу. Главное, чтобы Валески хватило, а этот. Как же она полетит? Так. Вот как-то максимально вот так, что ли, да? Вот так тогда. Двести не хватит, да? 500. Это печаль, да? Печаль. Да ёлки-палки. Ну где вы раньше были, а? Там больше, да? Дипла. Не план джойниться этим. Трем уже джойниться. Двум не хотели. Но я не могу здесь оставаться. Я без маны буду. И у меня плюс еще один дипломат не походит. Так, Айнаин, Тартарос, да? Так, ну получается, ускоряемся тогда вот так. На этом, на сказке. На сказочном. Так, этот тогда куда поедет? Блин, базовый воздух, боже мой. Можно ворваться, Хэлла напрячь, да, город у него отжать. Это даст? Пусть знает. Блин, а здесь дракона надо давать, да, чтобы город захватить.
Так, ну чё, я сюда разбиваюсь тогда, да? Ой, сюда ТП-шусь. Да, ТП-шусь. Чуть подкачиваюсь. Где-нибудь. Джойн и глянь. А, ты имеешь в виду здесь, близлежащий? Да я тут все убил. Блин, эти тут никто не джойнится, скоты. Ну, здесь 50 красных джойнятся, да, наверху. Блин, ну это и этот базовый, да? Здесь базовый. Просто базовый герой какой-то. Драгонейт, давай в Драгонейт тогда поехали. Ух ты, да ладно, воздух продвинули. Его бы прокачать, прокачать. Так, я могу здесь разведку сделать. Кстати, армия у нас все равно, да, меньше. Так, вот это надо вывозить, это факт. Ну давай, будем пробовать его город отжимать. На глазок, раз, два, три. В 4 ДД отжимается на глазок. На глазок в 4 ДД отжимается. Ничего тут, есть что-то еще, да? Возможно опыт, хорошо. Ну что, давай попробуем. Ну это пиздец. Вот так начало такое. Нет, этот, да? Ну, мне кажется, здесь может не хватить 3 ДД. Типа раз, два. Так, это второе ДД я сделал. Давай еще раз. Еще одно, да? Если это мимо будет, можно поплатиться игрой. Здорово, Дитрих. Че, будем пробовать доставать или ну его нахуй? Корнерстоун, да? Так, ну здесь сидим тогда пока. Не жужжим. Качнули героя, да? Блин, ну вот это я не хочу. Здесь вот может быть что-то интересное. Типа опыта, который нам необходим. По 17 хотят к нам заджойниться. Ну, давай возьмем. Вот он. Вот он, опыт.
Турнирка? Нет, это не турнирка. Вот он опыт, который нам нужен. Хорошо. Так, тогда мы сейчас что делаем? Мы сейчас сюда передаем этих волков. Волков передаем сюда. Захватываем тот респ, да? Здесь вставляем... Так, Драгонейт. Драгонейт оставляем здесь. Так, а сами в 2 ДД хуярим сюда. К этой траже, да? По джойнам. И по джойнам, и по джойнам. Так, а откуда ближе туда идти? Мне кажется, отсюда. Так, а там наверху, да, джойнились эти, типа, далеко они. Ладно, сначала с этой, с этих начнем. Начнем с этих, дальше будет видно. Так, здесь у нас... Быстрее, быстрее. 2000, да, хорошо. Время закончилось, ну ладно. Айну убрать, а я не могу убрать, у нее же ходы закончились. У нас маловато драконов, да, у нас джойнов пока нету. Но нормально, мы сейчас исправим ситуацию, надеюсь. Антон, по сути, в тражу выпрыгнул и там, скорее всего, набрал кучу всего. Это хуй бы с ним, он далеко от нас. Единственное, что я Айну не ускорил, вот это вот единственная проблема. Но по идее она с логой, с экспертным этим, она сейчас точно допрыгнет и достанет докуда надо. Попроси ее, она сама выйдет. А, да, уж выйдет. Так, неплохой герой у нас в итоге получился. Так, это тут у нас на сказке сидит, да? Сказочник хренов. Или хренов. Так, Антон занял город какой-то. Ничего себе. Где он занял город? Здесь получается, центральный. Ну, короче, к ТРЖ, который, да, поближе, походу. Ты что, без настроения? Я без настроения, да нормально вообще себя. Очучаю. Вполне себе в настроении. Так, он кого-то разбил. Кого-то, на ком была основная армия. Так, ну хорошо, что у нас по статам пока лучше, да? Пока он статы не вижу, чтобы набрал. У нас, в принципе, пока что нормально по саппортам. Единственное, все равно Лабетту жалко, которую просрали. Просрали Лабетту. А вчера с Маугли победили? Победили. Вчера хорошая финалка была. Прям мы его догнали, а он там сидит такой плотный, 180 красных драконов. Но у него статов не было, мы за счет статов его отпежили. Вот, как-то так. Так, здесь к нам никто не джойнился, да? А вот кто-то за бабки хотел. Не, ну волков мы что-то дорого, да, купили, по-моему. Но дракона нельзя было сюда давать, иначе мне опять нужно было искать дракона там, чтобы кого-то заджойнить. А так, волки это пробивная мощь неплохая. 40 тысяч, правда, собаки стоили. Прикиньте, вот этот вот отряд 40 тысяч стоил.
Даже больше, там сколько-то? 40 тысяч. Кстати, да, это хэловская, походу, да? Сирена. У нас еще здесь утопа есть. Так, сейчас здесь тюрьму еще освободим. Городишко займем. И надо будет уже Хэла прессовать. Пофигу, что там показывает, что в таверне у нее драконов много. Там врут часто. Всем привет, здорово, привет, ух. Тут за сколько флакс продали? За 10 тысяч. Короче, начались торги какие? Я генерю пару флакс данж и выдаю Хэллу 10 тысяч. Он такой, ну ты же, говорит, знаешь правила, говорит, кто, говорит, генерит пару, тот говорит того слова второе в торгах. Ну, то есть первый говорит тот, ну типа кто гость, кто не генерит, да? Типа говорит, либо я, говорит, флакс беру за 10 тысяч, либо ты, говорит, ролишь. Нормальный такой, да? Ну, я решил. Есть такое правило, да понятия не имею, вообще первый раз слышу об этом. Короче, я не стал париться и просто ему говорю, добери. Вот. И нам сдают данж в подземке. Первая же генерация. Первая генерация. Мы бежим сюда бить ГОК. А, или вот сюда куда-то, они свиток охраняли, а там ДД. На 1-1-1. Просто у нас ДД, у нас вот этот парень. У нас ДД, да. И мы просмотром воздуха чекаем, что здесь трежа рядом с нами. И вообще охуительно себя чувствуем. Ой, просмотром земли чекаем, точнее. Так что мы тут вообще в полном порядке, по идее. Стартовали. Ну, то есть вообще не обломались нифига. Так, сейчас тут таймер будет сильно этот сильно напрягать. А что так мало армии? Ну, во-первых, да. Мы прыгать в трежу запрыгнули. У нас было 120 маны всего. У нас было просто ДД, да? То есть мы запрыгали, особо тут только коробки были, книжку воздуха нашли. Я еще тут лоханул с одного героя с экспертным воздухом и со свитком ДД. Вот этим, который нашел. Просто случайно разбил. Бля, все-таки убивают он этого мне героя. Блин. Хороший герой. Угу. То есть не я, так это он, да? Можно было, конечно, рискнуть напасть тоже. Так, что у него? 5 этих, да? И 30, да? И на джойнина армия. Статы, кстати, он нашел. Статы, окей. Окей, нашел статы. Посмотрим, сможет ли отжать он этот город. Брисса, да? Бриссу разбил. Не ТП, что ли, а разбил. Это важно. Я посмотрим, есть ли у него ТП. Раз. Два. Нет, два. Два. Три, четыре. Ну и четыре. 90 маны. 90 маны. Ну окей, хорошо.
Я, правда, не смогу отжать обратно. Оттуда я не добегу, наверное. Хотя хуй знает. Ну, короче, он первый решил в атаку пойти, да? Так, ладно. Блин, ну здесь далеко очень. Очень далеко прям. Хотя через конюшни плюс вот эту штуку можно добежать, мне кажется. Здесь типа выбегаешь до сюда. Это где-то косарь, наверное. 1200. 1200. 1400 плюс этот. Второй ДД. Блин, ну тут сложно достать, кстати. Я даже не знаю, откуда ближе. Откуда ближе, даже не знаю. Так. Блин, кстати, это его... Хорошо, что он так напал. Так, а там некрас септиена, да? Некрыс. Так, и что, здесь он сидит, да? Атакер. Ну окей, ладно. Ладно! Хорошо. Так, давай по фасту. Так, успеваю я его прогнать? Ой, картограф, блин. Серьезно? Ёлки-палки, здесь утоп. Так. Кто там джониться хотел? Есть? Блин, вот сюда надо обязательно. Эти ребята вообще в приоритете. И все, что ли? Тогда этих пинать придется. Блин, я что-то не думал, что тут такое может быть еще. Ну ладно. Короче, на 2 ТП оставить надо маны. Кто там джонился? Вот эти джонились, да? Так, сколько у меня? Видишь, нет. Люспи.
Ну-ка. Да ёб твою, что ж такое-то? Что не так с этой валеской? Тюрьма. А, вот и выход сюда, кстати. Так, у меня, в принципе, есть один прыжок и одно взятие, да? А, нету прыжков. Блин, ну тогда все, тогда попрыгали уже. Не говорит, что вы тоже джойнитесь, нет? О, 9 этих хотят. 9 хотят, да? Ладно, так, трансом. Давай в трансом. Какая тут баба. Мощная баба. Так, тут главное в данж не улететь. Этот трансом называется, да? Ну что, я его запинать могу, кстати. Если у меня был бы экспертный воздух. Был бы экспертный воздух, я бы его запинал тут, да? Так, ну поехали. Тартарос. Тартарос. Так, экспертный воздух могу докачать, да, по дороге к нему. Через вот эти вот штуки. Поехали пробовать. Пиздите. Наручников нету. Экспертный, да у него не экспертный, я еще этот взял. Эту. Да не принять, а отпинать. Блин, здесь дерево, да? Ну есть шанс вот на эту тюрьму еще. Да ёлки-палки. Говнарь тут. Долбанный говнарь. У него тоже картограф, он меня видит. Ну, думаю, красный шар, наверное, норма.
Посмотрим, посмотрим. Так, единственное, что если вот этого он, да, присанет, будет херово. И без саппортов останемся. Раз. Блин, он может достать легко. По идее. Ну вот, похоже, что кто-то здесь дипломат. И, кстати, вот к нему отсюда можно прийти. Блин, самое херовое, да, мы бы его он со скоростью пошел, что ли? Короче, вот здесь вот... Блин, в ТРЖ у него картограф. Это, конечно, читы лютые. Так, это кто еще? Может, кэши не нужно было одевать? Почему не играть без картографа? Не знаю. Надо договариваться специально играть без картографа. Ну, кстати, тут нормально так хуярить. Тут раз. Два. 3 ДД, и не факт, что здесь добежишь еще, да? Ну, я думаю, он будет пытаться сейчас поджойнить что-то. ТП у него, походу, нету. Или что? Хотя не, он же ТП здесь показал. Сапоги. Да, нужно было. Не успевал я. Да я хотел его же накрыть. Я думал, здесь герой с воздухом попался, все, я бы его накрывал сразу. Я не знаю, ускорялся, он, по-моему, не ускорялся. Ой, он не подпирался, поэтому... Просто вот здесь герой с воздухом, если попадал, все, мы его просто накрывали. Для него это конечная, возможно, была бы. С альянсом. Вряд ли бы он от альянса отбился. То есть драконов у нас больше. Ну, то есть, да, у него черные драконы, у нас больше этих чуть, и лазурных больше. Ну, кстати, офенс теперь, да, теперь в тему офенс тут. Тут в тему. Я думаю, он джойнить пошел. Да, пошел джойнить, походу. Кто-то тут дипломат у него, возможно. Нет, что он делает. Да, походу Тива дипломат джойнит. Если он тут кучу голдов сейчас заджойнил, да, это хуево. Хуёво, если кучу голдов заджонил. Потому что мы откупить вряд ли это сможем. Куча голдов — это плохо для нас. Ну, судя по всему, он джонит здесь. А у нас, я даже не знаю, кто там у нас джонился. Нам нужно новые джойны, причем подземки искать, потому что у него, скорее всего, подземки-то нету.
Блин, ну картограф, конечно, прям здесь это подстава. Причем рядом с ним он наверняка его видел. Так, а вот здесь интересно, добегал я до него, не добегал? Блять, есть шанс, что я добегал, то есть прыжок сюда и прыжок сюда, и все, я забираю этот город. И все, я уже неудобство ему создаю. Короче, если бы я забирал город, он бы у меня не отжал, да, то есть... Так, что, пойдет в атаку? Минута у него осталась. Скорее всего, он что-то наджойнил и в атаку пойдет сейчас. Но он, то, что доходит, это факт. Посмотрим. Там 50 красных джойнилось в самом верху от Инферно. Да, я что-то помню, что там что-то... Так, раз. Фонтанчик. Он зря напал на них. Почему он говна-то набрал всякого? У него еще мораль в говне будет. Он хуйню какую-то сотворил. Ну, вот это войско мы точно бьем. Я думал, он золотых заджойнил. Я просто был уверен, что... Что за куча кала у него тут? А, так он не нападает на меня, что ли? Я думал, он на меня нападает. У-у-у. Он зассал, получается? А, он утопу эту добрал, да? Так, он пошел наверх. Так, а наверху как-то мы его... Блин, тут что-то наверху трежа мощная. Через тюрьмы можем мы его как-то ебнуть? А как он вообще сюда... А, он с этого города пошел. Блин, тут жестко. Через вот эту тюрьму. Через эту тюрьму. Блин, тут... Не просто его достать. Короче, он пошел усиляться. Бриса дипломат там, походу. Пошел джойниться, да, наверх. А здесь кто? Даримыв какая-то сидит. Блин, вынуждает меня этот. Ну, блин, а забирать его город как-то этот надо. Я же достану, да? Я же, блядь, достану. Надо к фонтану прыгать, в общем. И от фонтана точно достану. Ну-ка там, раз, два, три. Не понял. Узё понял. Бля, не убиваю. Ну что за говно? Тоже дезриплом хуйнуть. Там еще драконы. А, надо пиздить, получается. Может, покопать героев?
Блин, что-то не прет. Копки. Не копается, лопаты тупые. Да алло, ну давайте. О, да. Так. Та самая, которую проебали, да. Блин, а у нас еще 3DD же, да, только? Мы сейчас ее и похороним, по идее. И на ТП маны не будет. А нет, будет, слушай. Сколько там надо? 2-3 клетки, что? Все, похороним же, да, здесь же. А не будет. Воу. Что получается снова, да? Пострел. Этого в Тартарос тогда получается лобетку. Тартарос. Так, ну чё, поехали туда. Нормально, мало, да? Кто тут джойнился, признавайтесь? Не вы? О, вот эти. Эти джойнились. Точно я помню. Так, а я этого не убрал отсюда, да? Давай-ка тоже в Тара-Таратос. Так. Где этот у меня? Вей. Вот хуем вей. Так. Ух ты, бля. Ух ты, бля. Так. Ну, мне надо типа здесь подкрасться, да? Чтобы забрать город. А, могу просто этих убить у меня. Из героев. Например, вот этого, да? Так. Точно говно нахер отсюда. Иди сюда. Иди сюда. Так, могу ТП-шнуться, могу не ТП-шнуться. Не знаю, я тут подставляюсь, конечно. Короче, здесь стоим, не жужжим. Вот так стоим.
Ну, он может много собрать, кстати. Я что-то, может, погорячился, что так в открытую встал. Он же на меня тут нападет. Изи вообще. Причем вот этим может напасть. А это может быть воин какой-то. Может быть опасно. Это может быть опасно. С диплой, может быть. Что он делает? Что он там делает? Коробки перед на лазурных. Давай, давай. Смотрим, сколько соберешь. По тюрьмам пошел. Он решил тут типа тюрьмы все залутать. По фасту, да? Давай, давай. А мы посмотрим. Да, погорячился, наверное, под бой встал. Он с наручами может на меня напасть, это может быть конечная, по идее. Наверное, не нужно было нападать. Самое хуевое, если вот здесь какой-то лютый воин, да, и он на меня этим лютым воином нападет под красным шаром. Самая для меня, наверное, неприятная ситуация будет. У меня просто армии на самом деле так-то маловато. Я там вообще хуйню приджойнил, по сути. И из хорошего у меня только, то есть, статы. Статы, офенс, лидерство, да. Ну, то есть, у меня, по сути, ну, ни о чем драконов. То есть, он может сейчас очень много привести. Если там дипломат. Ну, то есть, он может там, мне, не знаю, штук 10 лазурок собрать, а это много. Единственное, что по статам можем только тащить. Идти по статам и по морали, да? Мораль плюс статы. Как ты всю карту открыл? Картографом? Покажи картограф, вот. Видишь, картограф написан. Такое здание за 10 тысяч всю карту открывает. Короче, он там что-то мутит, что-то у него там, видимо, не срастается. Раз он все еще здесь. Думает, успеет, он не успеет. А не, пытается. Дипломатов, что ли, ищет или что? Full power забрал. Не, ну за тюрьм, конечно, херище. Он решил по всем тюрьмам проехать. Да ему надо кучу героев увольнять. Проблема тюрьмы — это нужно увольнять героев. Опа, Гундула, походу, воздух. Гундула воздушная. Короче, тырит коробки. Я думаю, сейчас мне там 10 лазурок привезет. На, плюс 10. У него там их штук 6 было, да? То есть 16 лазурок можем увидеть. Блин, можем не вытащить финалку эту. Плюс 10 лазурок, если будет, это, конечно, жопа. Ну, я так понял, сейчас вот этот Эдрик обратно сюда, и это будет ТПшиться. Пешится, и кем-то он будет нападать.
Или Эдрик ТП. Кто ТП-шится-то будет? Может, Эдрик ТП-шница, это может здесь останется. Прикольно. Прикольно. Так, ну сейчас армия вся вот здесь, на Эдрике. Эдрик сделал ДД, и все. А, полететь до Тираксора. Тираксор здесь стоит. Окей. На Тираксоре армия. Тираксор отдает на Лабету, Лабета делает ТП. Нет, Тираксор куда-то прыгает. Антон, у тебя минута осталась? Куда ты пошел? В ближайший город? Так, окей. Куда пошел? Прыжок. И... Мерланда. Мерланда. Пробежал, сделал прыжок. И что? Она без земли, что ли? ТП не может сделать, ну пиздец. Встрял Антоха. Значит, убьем сейчас. Если встрял. На, все. Руина. Руина на хеле. Сейчас на этого нападем. Десять, девятнадцать. Да, там статы большие, конечно. Так, достаем ли мы до его города, вопрос. У меня логи-то нету. Так, до какого-то города достать надо. А, стой, у нас тут кто? У нас тут... Блять, а у нас тут маны на ДД не хватит. Так, давай попробуем. Попробуем, до какого города нам проще всего достать. Но этот явно дальше. Бля, мы походу не достаем. Что-то мы рано радовались. Ну либо с этого города его, да, пинать. Либо с этого города просто. Давай здесь лазурика, наверное, просто заберем. Ну просто этим идеально его замочить, этим героем. Но у него маны нету, да? Нету маны. Давай посмотрим, сколько он лазуриков собрал для начала. 13. Ну это херня. 13 мы побеждаем даже такой армией с альянсом. Он не впечатлил. Не впечатлил. Так, ну вот этого воина точно сейчас бахнем. Великого воина. Так. А, он на тактике уйдет еще. А, ну пусть уходит, что. Отлично. Так, где у нас лаба? Или не лаба, кто там? Короче, нападать лучше вот этот будет с офенсом, с лидершипом. Так. Где этот трейд? Где город мой? Тартарос, да? Барбарос. Поехали. Так, лаба должна просто забрать у него корнерстоун. Корнерстоун, и оттуда мы его накрываем. По идее. Так, хорошо. Так, вот теперь вот до того города нам нужно, да? Так, это получается вот он. Корнер... Вот этот, да, получается? Успею я, если я возьму... Я должен успеть, по идее. Да,
Даже этот не строил вообще, охренел, конечно, Антон. Антон совсем охренел. Здорово, здорово. Ты нас накрыть хотел? Ну иди сюда. Так. Ну чё, давай, накрывали тебе. Команда накрывали тебе сейчас подъедет. Так, Тартарос. Так, а у нас наручников нету, да, проблема? Проблема в отсутствии наручников. И чё, по деньгам? По деньгам у красного больше. Кто видел наручник? Блядь. Наручников-то нету. А наручников нету. Вот этот город будем забирать, этого убивать будем, по идее. Ладно, мы его без наручников отпежим, по идее. Тартарос, поехали. У нас, в принципе, по статам все сильнее. Возможно, даже с магией можно напасть на него. Докачать бафенс? Да где я его докачаю? Так. Массейн. Он, кстати, без земли еще, походу. Массейн, массейн, бассейн. Так, что там говорите у него? 8 маны. Охуительно, что? 8 маны, это нам идеально подходит. Ну, можно сейчас где-нибудь что-нибудь тут докачать. Так, наручников точно. Точно, да? Так. Артефакты. Артефакты. Книжку огня бы одеть, да? Наверное, вместо книжки воздуха, может. Да не, заебусь качать. Так, что у нас в книжке, если вот я огонь оттяну? Там скорость плюс, по-моему, да? Красный шар зачем надевать, если там маны нету? А, у него свой красный шар. Там есть свой красный шар. Так, ну пошли резать, врезать броню. Взрывом нельзя. Блин, а я этих не сниму, наверное, да? Блин, а он продует потом, если я ударю.
Ты в наручах? А то, может, зря мучаемся? Хороший вопрос. Ну это 21 скорость, я что-то не понял. А, у этого страх сработал. Так, ну нормально, мы уже его пробрили. Да идите нахер, а? Камина с удача. Брони, да, вот у него 9 брони. Так, а могу ли я город его этот последний забрать? Успею, не успею, вопрос. Так, 33 тысячи у нас, да? Посмотрим, сколько он нам заплатит. Посмотрим, сколько заплатит тыш нам. Бля, ну пиздец. 58, ну что за прухло? Что за, бля, прухло, а? Так, я не понял. Я не понял, где наши. Так, у него есть здесь герои? Нету героев. У него единственный замок, походу, вот этот, бля, ну я его никак не... А, еще подземка, подземки у него. И в подземке что-то осталось. Походу мне надо дефать его вот этот город. Давай здесь одного дракона оставлю. И поедем на Флакс, наверное. Здесь будет выкупаться. В Массейн поехали. Потому что там у меня лабетка. Ну, я, естественно, буду подпираться.
Так. 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 Да. Давай. Деф и кудряшкой. Ну можно было. Блин, кудряшки забыл ману. Вот сейчас кэше надо было. 470 маны. Кэше. Ну хз. Возможно, возможно, конечно. Блин, я кудряшки забыл зайти в город. Ёлки-палки. Ладно. Посмотрим, что он сможет сделать. Мы у него тут города отжали. Города жалим. Драконы эти откуда? С коробок здесь они в трэжах. Специальные трэжи с этими драконами. Короче, у него осталось два города. Вот это, вот здесь город у него. А, ну вот он здесь выкупался, да, походу. Да, что ли, идет? Это город, что ли, был? Короче, у него один лазурный дракон, по идее. Так, ну вот, он нашел Салмира. И что будет делать? Дейс собрал. Кстати, он что-то как-то бодро сломал. Бодро сломал. А чё коробку не взял? Или там джойн был? Там джойн был, хотите сказать? Так, ну это мы видим, это мы видим. Но у него сейчас денег больше, чем у меня. Больше, чем 46. Я его могу накрыть. Короче, любым героем могу накрыть. Два дракона всего. То есть он одним драконом их вел, да? Так, и ты пышнулся, да? Ну-ка, покажите мне. А, сюда ты пышнулся? Да. Типа здесь ближе было, что ли? Чем в подземку? Что он здесь будет делать? Здесь есть вот этот джем, да? Здесь есть джем. Но у него здесь куча героев в трэже. У него есть Брисса. Брисса, возможно, у нее есть какие-то эти. То есть ему нужно как-то сюда передаться. Блин, а Брисса, кстати, может отжать этот город, по идее. Это хуёво будет, если она его отожмёт. Это далековато здесь. Так-то тут пиздец далековато. Ну посмотрим, что он может сделать. Мы, по идее, его завтра вообще городов лишим. Я бы на его месте вот это святилище занял. Где-то вот здесь, да, прыгает? Угу. Но мы знаем, как туда пройти. Мы знаем, как туда пройти. Так, ну здесь, по идее, вот сюда прыжок, потом пробежали, и в 3DD отжимаем город. 3DD город отжимаем. Да не нужны нам джойны, нам дожать его надо. У него, он убежал с одним этим драконом. У нас 7 драконов. То есть ему нужно там... Ну да, 2. То есть он до одного добрал. Посмотрим, будет ли он этих разбивать здесь. Бриссу будет ли он разбивать, мне интересно. Как-то можно Бриссу разбить на этих.
Так, он пропрыгал сюда, взял утопу, да? Ну и что дает ему эта утопа? Дает ему эта утопа? Деньги дает еще, чтобы откупиться? Так-то да, дает. Героев копать, да, тоже верно. Героев копать дает. Ну, посмотрим сейчас. Посмотрим на дальнейшие передвижения. Из кого копать, согласен, давай еще. У него там с землей, видимо, тут проблемы. Так. Это шевеление. Брису разбил. Разбил ли ТП, что он, я так и не понял. Разбил. Ему дракона не жалко было, что ли? Взял бы собак, слил. Короче, Бриса сейчас куда-то у него пойдет. Возможно, в эту рыжу. Возможно, в эту рыжу пойдет. Нам. Так, а мы можем что-то еще заджоинить, если он там вдруг нарастил машну, да? Он вдруг нарастил. Если вдруг нарастил. Или похеру этот. А, можем прям здесь почекать вообще. Вот отсюда даже. Вот здесь можно чекать с этого. Вот этих можно чекать. Я думаю, кто-то здесь может джойниться. Ну, короче, вверх желательно забрать, и тот город тоже забрать. Потому что это... А, ну вот он куда пошел. Здесь крутится, да? Так, ну мы знаем это место, знаем. Даже тут очень быстро его можем достать. Он-то не знает, что мы тут разведали. Какого-то хрена тут достал. Так, ну он меня видит. Видит меня. Видит эту штуку. И понимает, что я могу напасть. Или не понимает. Причем тут Брис и что-то пропрыгал. Открыл тюрьму. Сюда передался, да? И думает, что дальше делать. Просмотр этого. Короче... Четыре дракона собрал. Да ты с героя, да? Так, блин, с воздухом, что ли? Охренеть, Копатыч, блядь. Просто с воздухом героя достал. Просто с воздухом. Так, передал на кого-то там еще, да? Короче, на еретика отдал, да? Ну, типа, по максимуму удалился, чтобы я его не достал, походу. Сейчас посмотрим, армия на ком? На еретике. На Гундулу передался. Там у него Гундула. А, там Гундула с воздухом, блин. Гундула с воздухом — это реально проблема. Гундула с воздухом. А Гундула с воздухом, походу, в городе сидит. На Гундула с воздухом в городе сидит. Окей, ладно, хорошо. Допустим. Давай смотреть тогда. Скорее всего, он там что-то наджойнил. Вот эти джойнятся. Денег хотят, денег. Так, ну Хелл, наверное, их тут всех уже проверил. Да, проверил. Блин, никто не хочет тут джойниться. Что за торжа тут рядом с ним такая? О, вот же. Платные, блин. Тут же платные. А эти денег хотят.
А эти? Короче, три лазурки можно взять, да? Гундула люлей может раздать? Да, может, конечно. Споришь, что ли? Я что, спорю, что ли? Так. Так, Тартарос, Тартарос. Так, а этот у меня с сапогами, да? Но финалку лучше вот этим давать, конечно. Парням. Да и вообще, лучше вот этой финалиться, кстати. Она без логи. Логи. Так, ладно, давай тогда заджойним по фасту. Так, где мы там? Здесь, да? Так, фастовые джойны. Так. Афинум. Три лазурки. Три лазурки, говорите. Больше никто не хочет. Да, родные. Никто не хочет. Ладно. Давай. Так, о, слушай, а вы не хотите? Это вообще чё? Что такое? Тут не ближе ли? Не, наверное, не ближе. Денег будешь приносить? Блин, ну это печаль, конечно. Пир какой-то, пир какой-то, пир, да, давай. Тартарос, Тартарос, Тара-тара-таратос. Так. Так, сюда забрать город, забрать город. Массейн. Где массейн? Так, а он это строил, кстати? Может, что-то торганем? Так, а у меня еще есть герои, которые могут попрыгать, побегать? Нету вроде, да? Хороший. Так, ладно, поехали в его город тогда. Массейн, да? Массейн, бассейн. Так, сапоги. Посрать бы. Так, давай мне этого дракона. Так, возможно, будем нападать даром. Так, лидершип у нас, офенс, все дела. Так, ну чё, в 3DD должны мы, да, накрывать? Раз, два, бля, можем не успеть в 3DD. Там так-то... Не близко, да? И нихуя не близко. Бля, мне кажется, не успеем, нихера. Чуйка говорит, что не успеем. Может, героев тогда поубивать просто? Какая тюрьма? Два.
Да, походу не дойду я. Давай попробуем героев убить у него. Блин, на лобы-то я точно не достану. Блин, а этот с тактикой съебется, кстати. Этот съебется точно. Но опять в конфлюкс надо, да, во флаксе дефаться. Сапоги бы кому-то отдать, кстати. 5000, эти не хотят, блин, никто не хочет джойниться. Ой-ой-ой-ой, он же их заберет сейчас, кстати. У него есть дипломат. Он же их заберет. Могу здесь остаться. Могу здесь остаться. Могу не оставаться. Так, в Тартарос, если... Поехать в Тартарос. Отдать сапоги. Так, где этот флакс? Успели. Блин, я опять красный шар не одел, и кого не одел, бля, хамуха. Это проблема. Так, блайнд есть, ладно, хорошо. Кудряшкой дефаться, да, надо было, надо было. Айнаин не ходил, как-то не ходил. Он джойнил уже. Блин, плохо, что я этот... Нихуя не сделал. Бля, я попроще отсюда его доставал, мне кажется. Раз, два, три. 3 дд, 4 дд, я бы точно Бриса убивал. Какого-то непонятного хрена прогнал, у которого тактика. Ну это, блядь, провал полный, конечно. Да, по идее на кудряшке дефаться надо, это вообще инфа четкая. Так, посмотрим, что он сможет с одним замком. Ему по идее как-то надо форсить финалку или что-то в этом духе. У него один город, но куча героев, да? Блять, хуёво, что вот эти джойнятся, но он этого может не видеть. Кудряшка, она, во-первых, статовая кудряшка, это раз. Кудряшка статовая, и у кудряшки лидерство, и у нее. Она за счет 30-го левела лидерство и офенс у него. Кто он попиздил? Кто-то он попиздил. Кто-то там берет он. Может, это типа думает нападать? Я думаю, я зря красный шар не одел. И книжку огня. То есть так бы хоть армаг был бы у меня. Я, короче, как-то криво стою на самом деле. Я думаю, он сейчас попробует Бриса и нападать, но я думаю, что у него может быть маны мало. Он сам может с кэше напасть. Там же мана не может быть бесконечная. Главное, чтобы он этих драконов не забрал, потому что они джойнятся. И это очень плохо. Потому что если они ко мне джойнятся, к нему они тоже джойнятся. Так, золотых, возможно, забрал, возможно, прогнал. Блин, а чё я Валеска и дракона не забрал, я не понял. Вася, алло. Ты чё дракона не забрал? Что, с ним красные дерутся, что ли? Я не могу понять.
сейчас денег больше. У него денег больше. У него больше 75 тысяч. Блин, вот эта коробка, я же ее должен был забрать. А в итоге он ее забирает, ну это пиздец. Может хоть эту заберем? Он что, видит тут что ли? Я не могу понять. Ну, накрывать надо, если он не свалит. Но я думаю, он свалит. Я думаю, он свалит на Гундулу. На Гундулу, да? Гундулы типа в атаку. У него Гундула там, кстати, 30-я. Она разъебывать будет нормально, так, кстати. Гундула 30-я на самом деле опасная, пиздец. Ну, если она 30-я. Она у него с воздухом, это точно. Бумж, здорово. Клэшик, планируется ли что-то после клэшика? А сколько время? 2 часа ночи? Ну, скорее всего, нет. Так, сегодня поздняя подруба. Крылья спиздил. Крылья спиздил. Тащит как может, да? Один город, один город. А я забыл, где этот полтос красных уже джойнится. Вот эти, по-моему, да? Че, Гундула там будет показываться, нет? Пока мы Гундулу не видим. Блин, я вот здесь могу посмотреть. А, этот город у меня не захвачен. Учение получается. 99 ангелов. 60-99 ангелов. Так, ну что, Гундула будет в атаку идти? Не будет. Не видно Гундулы пока. Мне кажется, он ей не ходит. Так, здесь этот крылья стырил. Будет собирать ништяки. Понятно. Он сюда пошел, да? Блин, а я как-то могу помешать, что он сюда пошел? Ну, скорее всего, Гундулы сюда пошел. Я не достану там. Блин, и тут Тржа слева рядом. Это хуево. Блять, что за клэш, а? Ну что за клэш такой сегодня? Так, и что я могу этим героям отжать? Успею ли я этот город отжать или не успею? Давай проверим.
Афину, поехали. Поехали в Афину. Ну или вот эту штуку отжать. Тут пару тюрем отжать, коробок отжать. Мне кажется, что я не доскочу до него. Проще тюрьмы почекать. Давай по тюрьмам. Нормально. Блин, а у них 9, да? Похуй. Похуй. Ну конечно, ты без воздуха, осел, блин. Так, а вот это я... А, стоп, я что-то накосячил, да? Накосячил чуть. Давай-ка выучи-ка себе наконец-таки. КП. Четкое. Так, а вот это у нас с мудростью? Без мудрости? Ой, как плохо. О, слушай, давай-ка ангелов возьмем, что-то их дохуя там. Так, 2 ДД, да? Или сколько я сделал? Сколько я ДД сделал? Блять, да хуй достанешь, короче, до туда. Так. Так, тут кто-то джонится вообще? Да что за хрень тут? О, драконы черные. Может, до тюрьмы хоть достанем? До этой тюрьмы достанем. Я посмотрим, сколько я ДД сделал. А, нормально. Нормально. Ебать, каркес воздуха. Блин, не успею или успею? Что за уродов, а?
Так, а кто у меня не ходил и где он вообще? Здесь? Теодорус не ходил, да, вроде? Но это не точно. Блядь. Так, ладно, поехали. Узнаю отсюда. Или можно отсюда поехать. Тартарос, Тартарос, Тартарос. Второй город, да? Бля, надеюсь, я ничего не накосячил. Меня тут сейчас не накроют. Злые маги. Может накрыть, да? Этого героя. Поэта у нас Айнаин. Айнаин, дипломат. Каркес. Под финалку у него земли нету, у этого каркеса. О, опять не переодел, да? Ну ладно. Виноват. Наручи были. Я не заметил наручи. Наручи слева от универа где-то были. Наручи у магов. Блять, реально не заметил. Угу. Откуда он напал? Блять, отсюда походу, да? Сука. Сука. Блять, сейчас этого убьет. Айнаина, да, убьет, походу. Копает, да? Копать начал. Сука, сука. Калька. На, блять, жопа чуяла, я что-то этот, что он здесь же рядом. Здесь же рядом, да? Вот здесь просто останься и все. Вот пошел. Он сейчас выкопает героя. Да какая, какой выкопает? Бриса, и он убьет просто. Бриса доходит. Просто Бриса доходит. А что там по деньгам? Бля, наконец у нас денег больше. Так. Ну он типа отжимает обратно респ свой, да? Так, у меня есть каркес, да, который, но он без земли хуёвый. Так, сколько у меня саппортов еще с воздухом есть? Один только. Блин, плохо. Она у меня здесь, да, в Тартаросе. С сапогами, кстати, хорошо. То есть она, в принципе, финалку может дать, это лабетка. Так, вот Брисса пришла, Брисса пришла, ТПшнулась, да? Брисса сейчас флакс будет обратно отжимать, убивать моего этого дипломата. Ну посмотрим, сможет он размаштить эти города обратно или нет. Сейчас увидим, что там у него по героям. Так, вот этим героям он книжку спер, да? Книжку воздуха спер.
Так, это у нас Эйден. Блин, бестихийный, охренеть. Как вообще таких земля носит? Он забрал этот город, кстати. А как он его забрал? Этим, что ли? Бля, вот верхний я что-то вообще проебал момент. Как он верхний забрал? Нихуя себе, это кто? Это кто так бегает? За один ДД и добежал. Ну, ему надо тогда и этот забирать, иначе это все напрасно. Копать будет. Будет копать. А у меня лабетка до этого города не достанет, интересно. Очень хотелось бы, чтобы достала. То есть от этой башни с сапогами, блин. Типа здесь ДД, да, одно. Ну-ка, давай-ка. Здесь ДД. Здесь пробежали ДД, тут пробежали ДД и еще ДД, блин. Ну хз, ну хз, да. В теории может. Не, ну если он это не забирает, это вообще тут хуйня все. То есть ему сейчас нужно просто забрать вот этот город. Вот этот. Если он его не забирает, вообще похуй. Мы его просто отсюда прижмем. Блять, он моего Айнаина выкупил. Это вообще охуеть, конечно. Это пиздец. Только что убил и сразу выкопал. Так, забрал. Так, он хочет забрать этот. Бля, ну это хуёво, если что забирает, конечно. А я никак не верну. А он не достает, что ли? Не достает. Ай-яй-яй, какая беда. Ты же 2000 не достал, значит и я не достану, получается. Ну чё, где вставать будет он? Где он будет дефаться? И кем? На гундуле здесь? Здесь на гундуле будет дефаться. Короче, сейчас наручи достаем и пиздим его. Да? Так же будет. Наручи и пиздюлей. Пиздюлей вместе с наручами. Так. Так. А как он пришел сюда? Где-то вот здесь, да? А, слушай, проще город забрать. Проще забрать город и из города его нахуярить, да? Да, давайте заберем город. Наручи тоже есть. Так, кого-то мы еще сможем заджойнить? 80 тысяч золота, давай, сказок еще. А, все, ДД нету больше, да, по-моему.
КЗ у топа. Зачем нам КЗ? Зачем нам у топа вообще? Нам нахуй ничего не надо. Мы сейчас гундулу просто бьем и все. В наручах. Давай, до свидания. У нас с офенсом лаба. Или вообще этим, блин, каркес. Каркес увольняем. Вдруг сейчас придет. У нас лаба на самом деле есть. Лаба, она с экспертным офенсом. Тартарос, Тартарос, да? Или вообще этой напасть, это сможет достать, нет? Пробежала, прыгнула. Ну, кстати, может, кудряшка достанет. Давай проверим. Тартарос, Тартарос. Достанет ли кудряшка? Достанет, тут заебись. Не достанет, ну, не повезло. Ажден. Как тут светло стало. Светло стало вдруг. Так, 730. Красный шар, да-да-да. Бля, чуть не хватает. Ну ладно. Тартарос, да? Тогда лабой нападаем. И не проблема. Наручники сейчас одену. Не ссы. Не ссыте в компот, там повар ноги моет. Так. Че, пиздим гундулу? Ну-ка, 75 ангелов. О, блять, нормально. Да куда пошел? Куда пошел? Блин, что-то душненькая, душненькая была. Прикольно. Покатали. Эх, жаль, шаклы так бы еще бы покрутились, да? Когда у него контроль появился? Да хер его знает, если честно. Блин, что-то у меня уши болят от наушников. Это плохо. И это плохо. Ну видите, он на 1-2-1, а я на 1-1-4, и все равно у него шансы неплохие, да, были на победу.
Ясно. В шаге разбивался. Окей, понял. Так, ну чё? Я наверное, всё на сегодня. Вот, время что-то уже до хера. Да, поздняя подруба была. Спасибо большое, кто сегодня с нами был, болел и поддерживал. Поедем сейчас мы к одному товарищу. Зарыдем Ямыча. Вот, всем пока, доброй ночи. Завтра, напоминаю, будет у нас турнирка Душой Монаха в 18.00. На Тифон или две карточки будут. Ну все, всем пока. Сожрет, блядь, это комментаторской. Мы вроде с ним плюс-минус общаемся. О! Бишпа, мы к тебе собирались. Здравствуйте, народ. Здравствуйте. Я успел зайти просто увидеть то, что вы все офаете. А прикольно было бы, если бы мы в друг друга, кстати, рейд кинули. Вот мы прям одновременно собирались, я просто услышал то, что ты офаешь. То есть вы прикиньте, а что бы произошло, кстати? Это же взрыв произошел бы какой-нибудь. То есть как бы он вроде бы рейдит меня, да, а я вроде бы рейджу его. И как бы люди приходят ко мне, но от меня к нему, но от него ко мне, потому что он зарейдил. Что произойдет? Это взрыв будет, ребят? Или что? Это Error 404, просто Twitch весь упадет и все. Как произойдет? Вечный двигатель, серьезно. Спасибо огромное за рейдецкий бишоп. Поехали, ребят, к токсику. Мы к токсику, народ. Мы к токсику.